А теперь к новостям спорта. И снова в спорткомплексе «Триумф» кипят баскетбольные баталии. Лучшие представители физкультурно-спортивных клубов Славянского района приехали сюда, чтобы в честной борьбе определить сильнейших. Мастера оранжевого мяча из 10 сельских и городского поселения приняли участие в соревнованиях по баскетболу в зачет спартакиады среди физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, посвященной 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Спартакиада проходит под лозунгом «Живым и павшим посвящается». Для баскетболистов эти соревнования предоставляют отличную возможность проявить себя с лучшей стороны, оценить достигнутый на сегодня уровень и получить самые положительные эмоции. Баскетбол объединил нас всех. Благодаря этому спорту мы подружились и продолжаем наше общение по сей день. Конечно, мы сегодня не обладаем таким уровнем, как в высших баскетбольных лигах, но мы стараемся и улучшаем все наши навыки с каждым днем. Спортсмены очень старались выступить достойно, ведь этим состязаниям предшествовала серьезная подготовка, да и болельщиков, которые поддерживали свои любимые команды, нельзя было подвести. Нам это просто нравится, мы здесь играем уже более 10 лет, поэтому это наша жизнь по большому счету, поэтому и приходим. Поучаствовать тоже всегда, это нам за радость. Но победить тоже еще больше, потому что уходишь домой и думаешь, все, мы молодцы, мы выиграли. Лучшей среди мужских команд по итогам соревнований стала команда прибрежного сельского поселения. На втором месте баскетболисты из Забойского поселения, на третьем – маевские мастера оранжевого мяча. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».